Владельцы тропического аквариума в столице Венгрии устроили рождественский сюрприз для своих подопечных акул в канун праздника. Их угощал не обычный дайвер, а Санта-Клаус. Санта-Клаус в аквариуме с акулами – это не смертельный трюк, а традиционный рождественский способ кормления морских хищниц в тропическом аквариуме Будапешта. Уже несколько лет владельцы дают своим питомцам возможность прикоснуться к праздничному настроению. Акулам даже ставят елку, украшенную ракушками. Ну и главное – это угощение. Как утверждают организаторы праздника, хищникам такое поздравление с подарками нравится. Иногда одни удивляются, когда нас видят. Их очень интересуют наши шапки и одежда. Им любопытно, потому что они редко видят людей в таких нарядах. Поэтому они проявляют большую заинтересованность.